болезнь. Обращается ко всем жителям города. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшего мальчика, обязательно сообщите об этом. Родители и волонтеры не теряют надежды в своих поисках. А теперь даем слово детективу, которая взялась за расследование дела о пропавшем мальчике. Обращаюсь ко всем, кто может владеть необходимой информацией. Мальчик пропал ориентировочно во вторник. Если за последнее время вы замечали что-нибудь странное, незнакомых ранее людей, подозрительные автомобили или что-нибудь еще, незамедлительно сообщите нам об этом. Мы нуждаемся в любой информации, которая поспособствует нахождению мальчика. Ситуация с пропавшим мальчиком в очередной раз поднимает вопросы безопасности улиц нашего города. На ум сразу же приходит случай, который произошел год назад на улице Бейкерсфилд. Неужели история повторяется? Переходим к другим новостям. Вызвавший многочисленные споры метод лечения теперь официально признан ненаучным и даже более того, приносящим вред здоровью пациентов. Исследования показали, что... Пропал мальчик. Это я.
Он очень больной человек. Извини, что похитил тебя. Но ты можешь вылечить. Другие тоже хотят жить вечно. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли озвучивали Елена Лунина, Олег Абдуназаров и Кирилл Патрино.